Пасха – это такой праздник, там, где красят яйца, ходят в церкву, пекут, ну, типа пирожные, и они такие вкусные. Пасха – это когда все делают такие квадратные вкусняшки, и на них насыпают что-то, и яйца вокруг этой пасочки. В Пасху мы кушаем яички. Ходим в церковь, чтобы они были освященными. Я там был в Пасхе. Церковь. В Пасху мы делаем Пасху, и потом мы покупаем в магазине и чуть-чуть своего. Мы туда добавляем так кетчупа чуть-чуть, так 4-4-4-4, оно засыхает и стает вкусненьким. А еще приходят гости, и они берут одно яйцо, а хозяйки другие. И они вот так разбивают, и у кого крепче яйцо, тот победил. Ну я вообще не красила яичко, потому что у меня не дали разукрасить. Я умелые руки, но мне не дали просто. Кушайте все яйца. Поздравляю с Пасхой.